Всем привет, с вами Green Knight, и мы продолжаем Средиземье. Ну, пойдемте, узнаем, какую еще нам силу могут... А, это вот эти разговоры. Какую силу нам еще дадут? Да, господи. Давай. А, это вождя замочить. Окей, ладно. Владычица Марван. Зачем ты вернулся? Дело еще не сделано. Откуда вы узнали, где надо искать? Он мне показал. Вы так и не сказали, что просите взамен. Я прошу лишь, чтобы ты осознал свою истинную силу. Разыщи предводителя орков, сделай его вождем, и все его воины станут твоими. Куда же мне направить свою армию? Приведи их ко мне, я покажу. Марван просил привести к ней армию. Мы не будем собирать армию, мы встанем во главе армии. Найдем кого-нибудь, капитан Угров, починим его. Где-то здесь есть работорговец по имени Грублик. Мы заставим его послужить нашему делу. Грублик — любитель порки. Найти. Да не вопрос. Ну, пойдемте. Тогда, блин, господи, все время на shift бег был. Всю жизнь во всех играх. Так. А что, нам далеко куда-то? А, нет, недалеко. Так, а что-то руну там где-то не забрал. А, видать, где месиво было. Здорово. Приветики. Да-да-да. Это было скрытое убийство. Капитан наверняка там, где пытают рабов. Так, там эти... Забыл, как их... зовут. Ну да ладно, пойдемте. Пойдемте побыстрее. Не рыкай там. Ага, вижу. Хопа. Тихо. Сейчас с лучником разберемся. До свидания. Грублик. Сломив волю капитана, держите ТТП, я понял. Поехали. Неуязвим к обстрелу, понял. Я медленно покрошу тебя на кусочки, смакуя каждый удар. Ну, поехали. Тихо. Спокойно. Хорош. Отстаньте. Давай, режь его. Ну, поехали. Давай, хобана. Так, иди сюда. Заклеймить. А, так я сломил волю, и чё? А, вот, пробил. Ты подчинишься мне. Отдать приказ. Ага. Ага.
Ага, это все понятно. Стань вождем. Готов он наш. Чтобы стать вождем, наш капитан должен сначала получить должность телохранителя. Буря начинается с первого раската грома. Как они быстро трындят. Это можно было все более-менее размеренно сделать. Это как-то, ну, трындят. Так. А что, в смысле? Ты дурак? Ну-ка. Склонитесь перед своими новыми. Проваливай, я служу другому вождю. Так. Сюда идем. До свидания. Дополнительную задачу что-то профукал. Не успел прочитать. Пошел. Давай. Ой, хорошо. Да, блин, замочи ты их. Давай сюда. Зарезал. Так, это я понял. Готов. 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 И еще готов. Отлично. Да, по твоей воле, конечно. Ну чё, пошли, чё встали-то? Ну, давай. Куда вы идете? Ага, вижу. Тихо. Не хотят они с ним дружить, поэтому мы ему помогаем. Вот и все. И все вот там. Да, давай уже квест завершающий хотя бы. Ты чё, дурачок? Сила возросла, стал телохранителем. Хорошо. Понял. Дубль, по-моему, 3, да? Так. Еще разок. А, это я своим же сделал. Блин, вот дурак. Так, не поднимай тревоги. Them,
Так, здесь я не пройду, по-моему. Да блин. Ладно, поехали. Заклеймить. А, кстати, да, почему бы нет? Тихо. Так, аккуратненько. Потихонечку, аккуратно. А, тихо. Ты свой, все, понял. Двоих заклеймили, это хорошо. Готов. Да ладно тебе, я тебя не трогал. Они там все обсуждают, что они омерзительные твари, тырипыры и... Да, ну тихо, ну что ты? Куда? Даже не думай. Кто в меня там пытался стрельнуть, а? Хорош. Все, никого нет больше. А, тут сведения. Давайте получим сведения. Его лучше бить боевым добиванием. Не взим к обстрелу. Ага. Понял. Значит, только скрытно в упор. Сдалека не получится. Ну ладно, опять лезем на эту башню. А почему только один заклейменный? Они там что, подрались, что ли, уже? Ой, хоть стрелы восстановили, спасибо. Так, я бы... Я бы как-то их маленько подрезал. Спасибо. Так, вот этого бы я, наверное, замочил. Ага, еще один неуязвимый к обстрелу. Тихо, тихо, вы чё? А, накинулись на него, короче, я увидел, что там хпшечка маленькая. Ой, как они его быстро. Но лучше провалить, потому что не получилось. Я не думал, что второй тоже не уязвим к обстрелу. Так бы мы его прикончили. Да, это я понял.
Да, понятно. Приехал. Так, ты свой. Куда-то бы еще, кого-то бы еще. Так, он вон там стоит. Так, тихо ты. Ты свой. Так, пошел нафиг. Это твоих рук дело. Хотел нас обхитрить, да? Ну, поехали. Так, еще один. Пугало. Так, тихо. Да подвинься ты. Поехали. Так, нет, сначала вот этого прикончим. Раз. Давай. Оба-на. Я не боюсь ничего. Даже этого. А давайте сломим волю. Так, получить сведения. Давайте про других капитанов, что ли. Точнее, вождей. Все, понял. Убить. Ну, он типа был мой, но типа все равно не мой. Так, ну-ка, ты чё тут? Подвиньтесь. Да тихо, уйдите. Это я, чтобы не подумали, что я помогаю ему. Все продумано. Ай. Больно же. Тихо. Ах ты козел. Ай, так. Оба-на. Так, тихо. До свидания. Так, пригвоздить. А, неуязвим к обстрелу, точно. Давай, мочи его уже. Так, главное, чтобы меня тут не прикончили. Так, шел нафиг. Хорош. Он справился, уже молодец. Это так всех надо, да, я так понимаю? Ничего себе, он загордился. Queen Marwyn's plan has given us great strength. Strength should not be squandered, but wielded. А ты чё живой? Так, а, ну хорошо, нас телепортировали сразу. Хе-хе-хе-хе-хе.
Не протився, Келембрибор. Объединившись, мы будем непобедимы. Темный властелин Саурон все еще слаб. Наша армия сможет его сокрушить. Матушка. Сломай посох. Матушка. Как ты себя чувствуешь? О, сразу помолодела. Хорошо. Наконец-то я могу тебя видеть, дитя мое. Твоя мать была под действием чар очень могущественного волшебника. Прости, Талион. Саруман привел тебя сюда против моей воли. Я стал пленницей, скованной в собственном теле. Что было в ваших видениях? Я видела слуг Саурона. Башню и черную руку. Они несут страдания и смерть. Если тебя интересует, где они, то знай, что они за морем Нурнен. У них большая армия. Достаточно большая, чтобы сокрушить всех нас. Тогда нам и впрямь нужно войско. Болезнь все еще мучает тебя? Отдохни, матушка. Я займусь приготовлением к нашему отъезду из Мордора. Задание выполнено. Белый маг. Саруман один из... Он мог бы создать огромную армию и бросить вызов темному властелину. Именно поэтому нам нужно сделать хотя бы... Хотя один гарнизон — это еще не армия. Да, нам нужно подчинить больше вождей, чтобы получить настоящую армию. Понял, всех клеймить, короче. Так. Да не, это вот. Да, ну... А, ну в смысле, да, не карта. Так, поехали. Так, а мы можем... Да, давайте вот, вот на этого пойдем. Насколько он далеко у нас? А, так, ты где? Подожди. Ну. А. Место неизвестно. Ну ладно, первого орка сейчас поймаем и... Тихо. Дай сюда. Так. Так, убить. Ты мне не нужен, к сожалению. Ага. Ротанак, ну ты понял. Привет. Готов. Да, блин, неуязвимые к обстрелу. Ага, долго ждал, окей. Поехали. Да, блин, да ты издеваешься. Так, давайте вот этих сначала перережем. Оба-на, не попал. Оба-на, не попал.
Mozilla. Mozilla. Опа, Mozilla. Ну, теперь поехали. Давай еще разок. Готов. Сюда иди. Так. Отдать приказ. Поехали. Так, все, он идет туда, там один есть дружок у него. Ну ладно, мы, в принципе, должны справиться. Надо только вылечиться. А то что-то как-то это... Потрепали нас немножко. Так, а что, а куда она? А, она в другую сторону. Не-не-не, никого нету. До свидания. Мы прям бежим просто и все. Так, ну душечка у нас заряжена. Поэтому мы спокойно, думаю, разнесем их. Грубая сила не поможет. Надо действовать хитрее. Смерть тиранам. Нормально. Так, минус. Минус. Но меня же не нашли, да? Так, меня не видели. Это хорошо. Так, там вождь. Вот это не вождь. Вот этого давай. Да, смыслы. Поехал. Еще разок. Не-не-не-не-не-не. Да, понял, что опытный воин. Ой, хорошо. Давай еще разок. Ну, почти. Еще разок. Хорош. Где чужие? Где чужаки? Бам. Ого. Ты ду... Он его сломал просто. Нет, нет, нет. Вижу, ты решил вылезти из своего склепа. Но я загоню тебя обратно. Навсегда. Ну, поехали. А как тебя еще мочить-то? Ай, больно. Ай, больно. Да, в смысле? Давайте, ребятки, помочим его. Ай, тихо, больно. А он почти сдох, чё? А чё такое? А, его убили. Хорош. Встаем. Спасибо, что вы его убили, конечно, но мне это не надо было, ребята. Маленько не по плану все пошло. Так. Да кого ты мне пока... Да кого ты мне показываешь? Вот это покажи мне. Блин, а что так далеко? А я туда и переместиться не смогу, да? Да.
Так, поехали. А, я же тут не все забрал. Стоять. Да, чувак, фигово ты справился со своей задачей вообще прям. Его просто взяли, сломали напополам. Ну, не напополам, но подняли, и он сдох. Это ж надо было так профукать, а? Профукать свой шанс стать вождем. Теперь придется искать новых. Так. Ага, это непонятно у нас кто, но это хотя бы телохранитель, и он один. Поэтому я думаю, все же мы им и займемся. Вождем. В принципе, место вождя никто не займет. Поэтому те, кто есть, мы их попробуем все же заменить. А потом просто, думаю, один капитан займет место свободное. Полегче, чем сражение с вождем будет. Так, мы идем прямо, и у нас как раз будет... Все, мы идем прямо куда нам нужно. Так, немножко перепрыгнуть через что-то надо. Через вот это, и мы сейчас побежим, полетим. И больше камней нету, да? Серьезно? Так, а башня? Ага, где-то здесь должна быть башня. Вот она. Мыс Нури. Отстань, дурачок. Не это. Не глупи, а то сдохнешь. А ты мне еще пригодишься в армии. Дзынь. И готово. Все-все-все, это я и без вас знаю. Тихо-тихо. Не-не-не, ничего не видал, ничего не видал. Тихо-тихо, дайте, я просто уйду отсюда. Да, просто не видеть тело, бегущее посреди дороги. Да, господи, что вы там мутите? Нет, с гномом мы потом потрендим. Сейчас пока он мне не нужен. Так, ну-ка. Шавки. Да, ты... Так, поехал. Давай. Хорош. Мой. Все. Давай драться. Такие смешные. Ну, поехали. Вот оно, охота начинается. До свидос. Очко способностей. Ай, больно. Это я понял, что он ненавидит их. Так, давай маленько их перерубим. Ай, ну зачем на меня? Отвали. Не смей меня трогать. До свидания.
Так, хорош. Хорош. До свидания. До свидания. Тихо. Давай, 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 замочи просто его. Оба-на, увернулся. И чё? Ну, это я понял. Давай, покажи, из чего ты сделан. Да, не вопрос, сейчас я тебя замочу. Ну, не замочу. Короче, подчиню я тебя себе. Давай, поехали. Так, тихо. Так, нафиг, пошли. А чё у вас так много-то? Я вас не звал. Так, хорош. Так. Вы, кидалки, отвалите от меня. Ах ты, козёл. Тихо. Нет, нифига. А чё у вас так много? Не пошли бы вы нафиг, ребята. Опять сбил мне эту серию. Козёл. Где кидающийся? Ага, вон арбалетчика вижу. Ай, кто? Да это я без вас знаю, обучение, вы чё? А можно его убить? Так, пошел сюда. Ай, больно. Так, ребята, вас очень много. Да отвалите вы. Так, надо отступить. Так, немножко отступить надо. Так. Это я сожру. Это нам пригодится. Так, очко способностей горит. Сразу три подряд. Неплохо, хорошо. Хорошо, берем. Призрачное добивание. Так вот, помаленечку сейчас у вас тут это. Так, пошел. Хорошо. Так, тихо. Ой, хорошо как. Тихо, тихо, спокойствие. Пошел нафиг. Так, вот этих щитоносцев. Ай, тихо, 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 спокойно. Опа, поехали. До свидания. Куда? Стоять, сказал. Иди сюда. Так, держим. Идешь сюда. Так, ну давай про тебя. Ты чё?
Да, отвалите вы от меня, черти тупые. Ага, это же здесь у нас. Все хорошо. Ой, жестко. Уходим, уходим, уходим. Сваливаем просто. Так. А, это не тот. Не тот, не тот, не тот, не тот, не тот. Так, где мой? Так, ты. Да. Господи, выберись. Так, ты понятно где. Вот тебя. И, значит, мы куда летим? А, вон там. Все. Значит, мы идем вон туда. Поехали, поехали. Хорош. Так. Да, попробуем этого капитана. Да, конечно, что ни одно оружие не причинит нам вреда. Хорошо. Убить 20 уровней, получив урона. Ну, по стелсу вообще не вопрос. Тихо. 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 Готов. Так, получим сведения про тебя, дружище. А, про тебя нельзя, да? Так, ух, у него аж 3 телохранителя. А, вот про тебя. Мы же за тобой сейчас. Про тебя не надо, про тебя не надо. Так, ну тогда... Вот про тебя. Так, они... А, он один там идет, все понял. А ты кто? Привет. А это что, капитан какой-то, что ли, там? Раз он не уязвим к обстрелу. Это ж, ну, необычный тогда воин. Ну, я тогда вот так вот сделаю, не против никто, да? Мне бы залезть наверх. Каким образом? Ты кто? Флаг. Ненавидит мух, это я понял. Да, блин. Поехали. Ты. Смерть, смерть. Тебе только смерть. Будь ты проклят. Поехали.
Нажмите, чтобы парировать. Это я знаю. А в смысле отказаться? Да успокойся ты, уйди. Давай. Да уберитесь. А, я понял. Отстаньте от меня. Пускай разберутся сначала. Я тут пока посижу, посмотрю. Но он лечится, козел. Будем иметь в виду. То давай быстрее, господи, замочи ты. Ой, ты чё, дурак? Поехали. Хорош. Ой, хорош. Поехали. Давай, иди сюда. Так, получить сведения. Ты у нас кто? Ага. Так, ну давай вот эти сведения получим. Хорошо. Ты мой теперь. Так, а стрел у нас, в принципе, предостаточно. Да... Господи, куда ты прыгаешь? Хопа. Подлечились и пошли брать квест. Так. Убить 20. Ну, просто много. Поехали. Ладно, ладно, я понял, я понял. Ох, как вас много сразу. Надо залезть на самый верх и оттуда как-то поубивать всех. Готов? Так, там у нас есть. Внизу двое. Тихо. Готов. Так, и никто ничего, да? Ну, бывает. Ага, стрел нету. Замечательно. Спустись. Забери стрелы. Забери стрелы, говорю. Дурачок. Так, убил 9. Тихо. Тихо.
Фух. Получить сведения. Так, кто у нас? Все известные, да? Про тебя нужно, про тебя. Так, давайте про других. Про этих у нас уже все известно. Поехали. Так, убить, естественно. Так, как бы вас так спокойненько поубивать? Готов. Так, тут вас много. Иди сюда, иди сюда. Хорош. Так, а где стрелы-то, я не помню. Выше, что ли? Дайте сюда. Здрасте, да. Это я забрал. И это я тоже забрал. Осталось двое. Так, не привлекая внимания. Как-нибудь надо это сделать. Так, только не двигайся. Хорошо. А он у нас, кстати, чё? А, у земли скрытого добивания опытный воин. Неуязвим к обстрелу. Все, понял. Так, а выше чё, не? Серьезно? Так, он пошел. У земли скрытого добивания. Ух ты. Тихо, тихо, тихо. Ну, а. Ну, я думаю. Ну, в принципе, да. Он вождем-то должен стать. Да, то есть просто убивайте, и все нормально. Стал вождем. Хорош. До свидания. Побежал сразу. Трусишка. Так, ну ладно, давайте, наверное, на этом закончим. Продолжим в следующей серии. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока.